Ну что, ребята, играем за читера. Давайте немножко соберем денежек и прокачаем обувь. Чтобы намного быстрее можно было ходить. Так. Где-то за одну катку мы зарабатываем 100 баксов. 100 баксов. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ох, сразу видишь, несколько. Несколько птичек мы убиваем. Вот такой вот читер, ребята. Который, оказывается, ему не так-то легко, читеру-то, жить на свете, как мы все думали в прошлой серии. Очень даже нелегко. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мир читера, подземелье, в котором он живет. И он решил пройти свой путь читерский. Да, 168, 186 долларов. Давайте уже поиграем в другую игру. Ну что, я думаю, сейчас мы сможем купить. А, нет, акселератор нужен какой-то. А что за акселератор? Я не понял. Ничего не покупается. Вот это что ли канитель? Так, а ну-ка, Control the Hands on the Air. Странно, ладно, поехали. Поехали, ребята. Угу, ничего не пойму. Вы напишите мне в комментарии, почему я не могу купить ничего для машинки, хотя деньги есть. Почему не покупается? Если медленно ехать, то просто мы будем немножко медленнее ехать. Так, вот здесь вот, да? Первое такое препятствие странное. О, видал? Смотри. Ты понял, машинка зависла. Все, приехали, называется. Офигеть. Так, Альципа против Зломбира. Так, где он сейчас появится? Опа, есть удар. Ну давай, Цыпа. Я в тебя верю. Пробиваем стену. Так, он еще может летать, кстати. Сейчас попробуем взлететь. Да нафиг мне эти ракетки? Да чё, почему мне меняют? Если я взял прыгалку, я должен на прыгалке отпрыгать. А не менять постоянно. Да, летает он не очень быстро. Не очень высоко, то есть. О, давай, 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 есть. Все. Догоняем. Догнали, и у нас получается лопнул шарик. Ух ты, что это было? Что это было, ребята? Это типа, если мы до небес дошли, допрыгнули. Давай, давай, прыгай, молодчинка. Зелененьких надо давить здесь. Ах ты, полицейский, надо все-таки этот прокачивать, чтобы полицейские не такие злые были. Угу. Полицейские очень злые. И что мы купим в магазине? Полицейский надзор, конечно же. Все. Теперь полицейский надзор будет не такой пристально нас щелкать. Так. Опа! Есть. Щелкнули мы Зломбира. Бочки. Ага, не дали мне особо в бочках покататься. Из-за стены. Но. Прыгаем. Так, пробиваем стену. Очень большая скорость, кстати, у нас. Так. Прыгалка. Да, до небес мы, конечно, не допрыгнули, но ладно.
Во, пробиваем эту стену. Зелененьких теперь давим. Ах, полицейский, ну я же вас это менял. Ну. Примерно я понял, как играть. Но это не точно, конечно же. Во! Так, мастер взрывов. Ах, полицейские меня доконали. Да, доконали полицейские меня. Так, ну что, поехали в сельскую. На таком автомобильчике нашем большом. Надеюсь, мы доедем. А, доедем, уже вижу. Надо будет взять два кейса. Так, а у нас уже набежало 46 тысяч монет. Поэтому давайте, ребята, заработаем денежек и возьмем и купим наконец-то таки танк. Танк возьмем. Ой. Сколько там танк стоит? Я сейчас посмотрю, конечно. Или 60 тысяч, или, может быть, 70. Надеюсь, что 60 стоит. Тогда мы танк возьмем спокойно. Ну что ж, уже есть один у нас кейс. Кейс первого уровня. И останется у нас еще кейс второго уровня возьмем. Может быть, больше возьмем. Не могу утверждать точно. Попробуем, конечно, кейс третьего уровня взять. Так. Прокачивала я эту машинку. Кстати, сейчас посмотрим, как она у нас прокачалась, не прокачалась. Так, ух ты, на одном колесе мы даже едем. Ну вот. Опа, на одном колесе, прикинь. Так, второго уровня есть. Не знаю, как третий, доедем или нет. Но здесь, видимо, проблема будет через 150 метров. Что-то мы там не доехали где-то. Тяжело, конечно, машинка, если ее не прокачивать полностью. Вот, допустим, купил машинку. Если не прокачивать, то тяжело, конечно, ехать. О, ребята, новый рекорд. Вот, нифига себе. Новый рекорд побили. Так, давайте здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем я пошел за этой монеткой? Разбился из-за монетки. Из-за монетки какой-то.